Доброго ранку. Доброго утра. Вітаємо у студії Андрія Тіряєва, організатор першого міського чемпіонату баріс та керуючий кекс-бар. Доброго ранку. Доброго утра. Здрасте. Розказуй, будь ласка, що це за чемпіонат, коли він буде відбуватися, де, як, хто бере участь? Он уже був, якщо не ошибаюсь, правда же? Схожий Похоже етап у нас було. Був, но это был закрытый чемпионат. Вот это напис «Перший». Да, поэтому перший первый говорит, что говорит, это впервые. Про то, что да, хорошо, но просто было похоже, видимо. Ну. По сути, да, но это первый именно городской чемпионат. В чем его суть? В том, что, ну и вообще, что такое чемпионат бариста, мало кому известно это слово. Давайте расскажем, взагалі, кто общем, такие баристы. Да, да, да. Я как-то по очереди. Первый, первый. Городской, то есть чемпионат города, он открытый для всех участников. Городских. Которые у нас в городе живут, причем, поскольку это открытый чемпионат, у нас уже есть две заявки из Кривого Рога, и, может быть, ребята еще и оттуда приедут. Вот, и последнее слово бариста, да? Бариста – это ребята, которые варят кофе. Но чемпионат было в том случае, да. Вот, так вот, интересная штука, это, по сути, все направлено на то, чтобы наши гости все больше понимали, на самом деле, чего они пьют в своих кружках. Между прочим, некоторые гости и будут нашими судьями. Это отдельная история, какое количество людей и как будут оценивать это мероприятие. Мы проводим данный чемпионат по мировым правилам чемпионатов бариста, да, которые проводятся, вот были в Дублине или еще где-то. Это значит, что одного участника оценивают 4 сенсорных судьи перед ним стоят и 2 технических и плюс главный судья чемпионата. На этот раз мы пригласили главным судья чемпионата нашу... Андрея Тиряева. Нет? Нашу... Нет, не Андрея Тиряева. Пригласили нашу хорошую знакомую Марину Пензи. Она является руководителем лучшей кофейни Украины в 2016 году. Называется Fair Finch. Эта отметка дана, ну, типа, всеукраинской премией «Соль». Вот. Она является официальным судьей чемпионата в Украине. И приезжает к нам быть у нас главным судьей Ничего этого себе. Чемпионата. Уровень, я бы Очень сказал. Очень даже круто, да. Мы хотим еще позвать... к сенсорными и техническими судьями некоторых киевских барист, ребят, которые работают в хороших кофейнях, интересных, вкусных. И хотим большую массу пригласить на наших гостей. У нас будут розданы разные анкетки, в общем, по разным заведениям. Это и в Два кофе, и в Кексе, и в Май кофе, и в Кофе Лайф, и везде будут, в общем, лежать эти анкеты. И даже вы можете заполнить данную анкету и попасть конкретно вы судьей сенсорным на чемпионат бариста Кировограда. А каким чином? Шляхом лотереи? Чи вы якось будете відбирати? Скажу вам по секрету. По секрету? Всему свету, да. Главный, один из главных вопросов, это чтобы человек... повседневной своей жизни умел пить эспрессо. Если он всю свою жизнь пьет латте... Какаушку с маршмеллоу, да, то в принципе... какаушку с маршмеллоу, то ему очень будет сложно... оценивать. Правильно оценить. Потому что... Да. Потому что в одном участии каждого участника, в общем, в одном выступлении участника, за 15 минут бариста должен приготовить 4 эспрессо напитка, да? 4 напитка с молоком и 4 авторских коктейля на основе эспрессо. Посему, если вы не пьете эспрессо, вы не сумеете понять, как бы, почему так было. Что значит сенсорный судья? Вот. Сенсорный судья – это непосредственно судья, который пробует кружку, которую ему ставит участник. И первая кружка – это эспрессо, вторая кружка – это капучино, к примеру, и третья кружка – это авторский коктейль. Технически это, я так понимаю, техника приготовления, чтобы было все правильно, все красиво и четко, так? Технически судья отслеживает все, да, технические действия, в том числе, к примеру, одинаковое ли темперование, это, может, видели, вот так вот отжимают эту таблетку, и одинаковое ли действие в этом всем, одинаковое ли время пролива на каждой порции кофе, которую делает участник. Боже, все так серьезно. Порядок на станции, правильность посуды, количество сброшенного кофе, возможно, если там была передозировка, количество остатков молока в молочниках, которые тоже имеют свои, ну, допустимые разбежности с нулем,
Но это не может быть, что у тебя в молочнике остается 150 грамм, к примеру, и у тебя общий расход молока там сумасшедший, неправильный. Ну, то есть очень много пунктов, где... Ну, давайте так. Коли проходить чемпіонат? Де, чи можемо ми, прості глядачі, брати участь і подивитися на всі ці змагання? І головне, який призовий фонд є? За що будуть змагатися баріста? Начинаємо з самого інтересного. Коли і де? 19 марта проводится этот чемпионат в Кекс-баре. Мы являемся официальной площадкой, да, проведения этого мероприятия. И хотели бы собрать у себя разных ребят, людей, чтобы дальше развивать культуру города. О котрий? Начало будет в 10:00. Ага. Для этого те люди, которые будут судьи, они соберутся раньше, участники соберутся раньше. Но всем мы открыты в 10 часов. Есть один минус. Гостей мы не сумеем поить кофе, потому что полностью станция будет отведена под участие, посему напоить кофе очень сложно. Вот. Я бы с удовольствием вас позвал конкретно, и даже вас, и вас всех, посмотреть, что там будет происходить. Объясню почему. Потому что у нас будет стоять проектор, все можно будет видеть в реальном времени, то есть он будет передвинут, безусловно, за барной стойкой, там, где будет проходить сама активность, будет стоять бариста, и спинами от него будут стоять судьи, поэтому заглядывать будет неинтересно, но мы ставим проектор, чтобы можно было всем желающим посмотреть со стороны, что происходит, окунуться в эту атмосферу. Это очень клево, интересно, типа, будет желание приходить и посмотреть. Цікаво. И главное, який призовой фонд? Призовой фонд, ну, вообще, как бы, само цена участия — это 250 гривен. Ага. Вроде бы, ну, такой незначительный взнос, но это дает конкретику, что человек придет, это раз. Второе, 70% этого взноса за участие уходит на призовой фонд. И мы определились, так как всегда по жизни бывает, что участник, точнее победитель, может быть только один. 70% всех денег уйдут первому месту. Тобто можна не тільки окупитися, класно відпочити і знову підкреслити свій професіоналізм, а ще й непогано збагатитися, я так розумію. Все може бути. Ага. Ну, будемо сподіватися, нагадаємо, 19 березня в Кекс-барі. Будь ласка, приходьте, якщо ви вмієте гарно варити каву, то беріть участь. Якщо ви просто хочете насолоджуватися процесом і бути в курсі, де варто пити каву, то приходьте і ставайте просто активним учасником і вболівальником. Ну, а якщо ви хочете бути сенсорним суддєю, починайте пити еспресо. Потому что по-другому никак. Спасибо, Андрюх. Дякуємо. Очень интересно, и надеюсь, что мы придем, Мария. Да. Это приказ. Все, а мы двигаемся дальше, увидимся после небольшой рекламы.